К другим темам. Малоимущим жителям Ленинского района помогают устанавливать пожарные извещатели. В бюджете на такие субсидии заложено 5 миллионов рублей. Помощь адресная, ее оказывают по заявлению в соцзащиту. Семьи группы риска, категория многодетные семьи, те, которые стоят на учете в соцзащите. В комплексном центре социального обслуживания они приходят непосредственно получать материальную помощь. Материальную помощь на печное отопление, на электропроводку, на ремонт, конечно же, на восстановление дома, вот, допустим, какие-то есть моменты. Чаще всего пожары в частных домах случаются из-за неисправной проводки, старых печей и дымоходов, из-за неосторожности при курении. Специалисты регулярно проводят противопожарные рейды, проверяют состояние печного отопления и электрики. Устанавливают пожарные извещатели. Это эффективное средство. Вовремя услышав сигнал тревоги, можно спасти жизнь и потушить огонь, пока он не разгорелся. Издает пронзительный свист. Такой, что, в принципе, разбудит даже и хорошо спящего человека. Кстати, у нас примеры такие есть уже по Новосибирской области, где установлены вот эти датчики, спасли не одну жизнь человеческую. Услышав, человек просыпается и успевает эвакуироваться из горящего дома. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!